Добрый день, читаем очередное письмо. Здравствуйте, я уже писала вам, и мне вы уже ответили, за что вам большое спасибо. Естественно, знак восклицательный. После письма я зарегистрировалась на сайте знакомств, и ничего. Кто мне нравится, не отвечали, а больше писали те, кому за 70. А мне-то 55, в мои годы секс еще никто не отменял, правда ведь? Знаю, улыбаетесь. Нет, не улыбаюсь. Секс – это нормально в любом возрасте. Пока вам это интересно, это нормально. Мне просто неинтересно, поэтому я ни над кем не улыбаюсь. Я, наоборот, немножечко возмущаюсь, когда у молодых людей нет секса. У молодых женщин, здоровых, красивых, умных, нет секса, иногда даже замужем. Живут и не имеют секса в юном возрасте. Я вот читала и в 22 года, и в 26, и в 37, вот последние письма. И нет. 55 есть, это хорошо. Я стала искать другие сайты. Совершенно случайно нашла сайт для американцев. Это потом я узнала. Просто у меня был индекс Портленда, поэтому меня зарегистрировали. Я мало верила в него, но через 2 дня, как из рога изобилия, пошли сообщения. Моему удивлению не было конца, но на этом все и закончилось. Мне очень понравился один мужчина, и внешне, и он такой, которого заказывала. Но чтобы прочитать СМС, нужно произвести незначительную оплату. Вот теперь я и узнала, что это платный сайт. Дни шли, я заходила на сайт, видела, что он пишет, а прочитать не могу. Видит око, да глаз не имеет. Я переживала, даже приснился сон. Я после этого заказала международную кредитную карту. Ждала ее 15 долгих дней, но по ней не проходит оплата. Мне отказали в оплате, значит, не судьба, подумала я. Но все равно не давала покоя. Как? Что? Какой выход? Не знаю, почему отказали. Девочки, если вы заказываете валютную карточку, пластиковую, вы обязательно спрашиваете, можно ли по ней проводить расчеты в интернете. Не знаю, вот это существенный вопрос сейчас или нет, а в свое время, когда я такую карточку делала, вот это было существенно. Наверное, до сих пор это так осталось. Какими-то картами можно только свайпать по аппарату, а по каким-то можно номера вбивать в интернет и производить оплату. Вы, пожалуйста, снова в банк свой сходите и спросите, что почему мою карту не принимают. Может быть, надо где-то галочку такую поставить. Я знаю, что со мной вот девочки рассчитываются за юсановскую продукцию. С Украины это было. Не знаю, с какой вы страны. А с Украины они прямо идут в банк и говорят, вот в такой-то день пропустите вот такую-то сумму. Иначе не пропускают. Поэтому идите в банк, выясняйте. Дочь не могу попросить, думаю, не поймет, и не всегда хочется говорить детям, особенно про такие пикантности. Можно и дочь попросить, пусть дочь знает о том, что мама еще молодая женщина, и она еще рассчитывает быть счастливой, потому что иногда дочери нас списывают уже в утиль, потому что, ну, 55, это уже просто бабушка, а мы-то знаем, что мы никакие не бабушки, а мы еще ой-ой-ой. Вот вы, Галочка, подскажите, как мне быть? Письмо мое не читайте в эфире. На сайт очень хочу, чтобы девочки знали. Если не ответите, не обижусь, а пойму. Значит, не судьба. Спасибо, что читаете наши письма и многим помогаете. Я у нее попросила разрешения, чтобы это письмо прочесть, потому что я письменных никаких консультаций не даю. Она мне вчера это разрешила, сегодня я его читаю. Единственное, у меня просьба к автору письма. Вы, пожалуйста, нам подскажите, какой такой замечательный сайт вы нашли, с которого вам идут письма, и объясните. Вы сказали, нужно сделать небольшую проплату. Какую конкретно проплату нужно сделать, чтобы с этого сайта можно было общаться с заинтересовавшим вас мужчиной, тем более, что мужчина такой, какой вы нарисовали. И вы видите, что он пишет. Так что я надеюсь, что у вас скоро все выяснится. Еще есть один вариант. PayPal.com. Есть такой сайт. Вы можете привязать счет PayPal-овский к своей карте.
И PayPal в последнее время стал выдавать кредитные карточки тоже, то есть прямо пластиковые. А может быть, там просто с номером он дает, потому что это вот одна из самых дешевых сейчас моментов переправления денег из страны в страну. Я тоже на Юсану мне присылают, потому что какую-то сумму я заплачу с карточки, а чтобы вот это все четко получалось, иногда там $10 остается. Либо я должна, либо они должны. Мы друг другу по PayPal пересылаем. Но я знаю, что с PayPal можно заплатить за многие сайты. Проверьте еще вот это. Прямо на сайт напишите. Могу ли я вам заплатить с PayPal, и тогда привяжете свой счет к PayPal. Я так поняла, что даже не надо, чтобы этот счет был валютный. PayPal сам переводит с одной валюты на другую, не по самому лучшему курсу, но тем не менее это происходит. Попробуйте этой возможностью тоже воспользоваться. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.